Так, друзья, всем привет! Выехал я разведать очередное местечко по наводке моего друга Георгия. Потише, тише, тише. Ну, раз вы это видео видите, значит, мне есть что показать. Приехал я сюда ненадолго, часика на полтора. Вот сейчас походил минут 40. Рыба есть, рыба, в принципе, активно берет. Вот, ну, смотрите видео, думаю, вам будет интересно. О, с первого же заброса. Эх, сошла, блин. Я бы сначала отвлекся камеру включить. Блесна упала, я думал, что на этот, на траву цапанула. Оказывается, это уже атака была. Первый же заброс. Ну, такая была, не крупная, грамм на 500. Может, чуть больше. В принципе, воды по колено, я вот отошел метров 10 от берега. В принципе, дальше видно, что глубина примерно тоже такая же. Ну, хорошее начало. Можете обратить внимание на фон. У нас смог, пришли по пожару с Якутии. До нас тоже этот дым дошел. Уже с 3 августа весь город в тумане. Выехал на рыбалку, думал, здесь-то не будет. Но нет, тоже есть. Интересней по наличию дыма. Его не так много, тут даже вон солнышко проглядывает. В городе так солнца вообще практически не видно уже. Последние дни иногда бывает видно, ненадолго. Появляется солнце. Ну, и чё? Только одна зубастая подруга была здесь. О. Ветра вообще нету. Где-то там надо рыбку искать. Есть, я же говорю, где-то там. Что-то попалось. Окунь, что ли? Да, окунь. Ну, такой не... Блин, знатный окушок. Смотрите-ка, ребята. Неплохой. Ох, отличный, отличный. По совету Анны поставил на эту блесенку крючок покрупнее. И вот он, первый окунь. Ну, такой грамм на 250, наверное, 300. Ну, все. Начало положено. Вот. Так, только, друг, не сойди пока. Пока я тебя на кукан не насажу. Вот. Такой красавец. Бачусь я на таком... Ну, озере мой друг Георгий называет его нефтяным. То есть можете он обратить внимание, что тут много следов нефтепродуктов. Вот здесь он в основном охотится, потому что тут вода прозрачная, но песчаная. Он здесь охотится на щуку. И также в этом озере есть очень хорошие караси. У нас на севере хороший крупный карась. Мелкого карася я практически не видел. Но одна загвоздка, он практически ни на что не клюет. Крайне редко там попадается там, ну, людям, кто часто ездит именно рыбачить поплавком. Ну, в принципе, я тут по колено в воде, как вы можете обратить на это внимание. Ну, пойдем дальше искать щуку. Тут есть хорошая щука. Георгий пострелил здесь щуку на 3 килограмма. Может, даже чуть больше. Весов у него в тот день с собой не было. Опа! Торфяник пошел. Прям в траве рыба стоит. Сейчас мы попробуем вдоль травы прокидаю. Есть. Блин, сошла. Идет. О, что-то хорошее. Вон она прям преследует. Блин, несколько. Вот она, вот она.
Идет, идет, идет. Эх, ушла. Вот тут стояла прям. Блесну сопроводила. Сейчас она через пару минут вернется на свое местечко. Вот такая совсем новая. Только пару дней назад достал ее из пачки. Сейчас попробуем забросить. Там, где я видел всплески. Есть. Преследует уже. Был выход. Наверное, вы его видели. Ну вот. Не знаю, что это было. Решила не продолжать атаку. Но опять же, первый заброс на лягушечку. Но если мелкая щука, конечно, сложно будет подцепить. Вот она опять. Не преследуй дальше. Вон она. Везде всплески рыбы прям. Интересно, что там. Вообще не пройти. Надо как раз-то с лодки. О, увидела. Ну как так, два промаха. Вообще мимо. Опять мимо. Ну ладно. Издалека заметила, главное, пошла такая. Вон она. Как всегда с этими лягушками. На, дойду до берега, нет? Точнее, до воды. Я и так в воде. Воды много. Блин. Еще забросик. Он идет. Наконец-то что-то подцепилось. Вот еще другую испугала. Ну, вроде бы хорошая рыба. Как ее достать? О. Опа! Опа! Есть! Килошечка. О, блесна сама уже слетела около берега. Точнее, в руках моих. А, перчатки забыл свои одеть. Вот она. Красавица. Не зря пробирался хоть сюда. Нормально. Тебя мы сегодня возьмем. Давно мы не ели жареной щуки и щучьих котлеток. Вон она идет, идет, идет. Есть. Ах, сошла. Прям вот здесь сошла. Но не крупная была. Вон что-то там тоже. Какой-то след был. Пробираться приходится по колено в воде. Как назло, блин, не взял с собой
крепление на голову для камеры, так что, ну, буду надеяться, что-то будет видно. Опа. Как будто бы рыба в ногах была. Так, пока что все поклевки были с той стороны берега, но вот здесь, конечно, я вряд ли могу пробросить. Тут заводиночка есть небольшая. От этого до того столба. В принципе, я пробираюсь к ней. Я ее еще с дороги заметил. В принципе, видно, тут кто-то ходил. Не знаю, может, как раз-то Георгий вылазил отсюда, когда охотился здесь. Ну, здесь как-то воды чуть меньше. Можно даже к берегу подойти. Ну, как к берегу, к краю травы. Сейчас попробую где-нибудь здесь встать и побросать. Фуф-фуф-фуф-фуф-фуф. Хватит меня жрать. Так, попробую как можно выше камеру поставить. О. Так вам будет что-то видно хоть. Смотрите, долетает. Вон, вышла. Эй, мелкая. Ну, сразу заметил, где-то с 3 метров. Вот еще одна. Вот это уже попалось. Не знаю, сколько в ней. Но на вид съедобненько. А нет. Хвост просто большой оказался. О, ну, на лягушку я впервые такую маленькую ловлю. Обычно они вообще не цепляются. А тут на тебе. Вот она. Ой. Зови своего папу, бабы, там, деда, брата. Кого-нибудь покрупнее. Да, к любому месту можно адаптироваться. Эй, трава. В принципе, с лодочки здесь можно порыбачить. Никакой мотор не нужен. Просто вышел на лодке. Короче, рыбка есть. Фу. Ветерочек, наконец-то. Вот она идет. Есть, 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 есть. Опа. Ну, тоже. Ну. Такую мы брать не будем. Засеклась. Отлично. Нет, цепа не... А, хотя у меня же цеп есть с собой. Вот. Еще одна щучка местная. Фу. Давайте. Еще 15 минут у меня есть. Надо собираться. В принципе, так, конечно, я с этого места уже 2 поймал. Вот, мелкая-мелкая вышла такая. Полакомится. Вон там странно, почему ничего не было. Вот так. Так-то хорошо. Правда, по столбами, блин, не люблю я такие места. Прям там, где не ждал. Опа, сошла. Ну ладно, на этой ноте мы и завершим. Давай, давай. Там в траве застряла. Уходи. Или ушла? Нет, вроде бы ушла. Молодец. Ну вот, друзья, на этой ноте закончим эту рыбалку.
В принципе, я ехал сюда разведать данное местечко. Разведка показала, что рыба есть, рыбачить можно, но, конечно, не очень удобно. Вот, на кукане у меня сегодня вот такая щучка килограммовая. И окушок, ну, такой тоже неплохой. Вот, надеюсь, вам данное видео тоже понравится. Не забывайте подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Мне будет очень приятно. До новых встреч!